Я вас приветствую на нашем канале. Давайте посмотрим, возможно, интересную игру System Shock 2. Вы знаете, это, короче, ремейк. Это ремейк очень старой-старой игры. Но это ремейк еще в разработке, это демо-версия. Вот, давайте посмотрим эту демку, что да как. Ну, в принципе, для ремейка это неплохо. Да, вы скажете, графика не очень, графика парашная. Но вы знаете, блин, я играл в старую игру, очень старую. Она какого-то 98-го года. Вот, там вообще одни квадраты были. Вот. А здесь уже так более или менее нормально все, все путем. И довольно-таки интересно. Так, ну давайте посмотрим. Здесь я смотрю, можно взаимодействовать со всякой фигнёю. Так, что это такое? Хрен поймешь, да? Смотрим, ноги есть? Ноги есть. Отлично. Для меня ноги это показатель. Если есть ноги, значит игра, ну, процентов 70 хорошая. Так, ну и чё? Как из этого говнища выйти? Так, ну, так, нажмите правую кнопку мыши. Ага, нажал. Ага, то есть открылось, да? А здесь что? А здесь не открывается. Ну, понятно, давайте. Здесь, по всей видимости, надо что-то взять. Это, о боже мой, я так понимаю, мы что, трубой сражаться будем? Но это, вы знаете, мне что-то Half-Life напоминает. А что перчатки такие дырявые? Два пальца торчат, ладно. Ну, хорошо, давайте. А, можно побить. О, это прикольно, даже искры идут. Ну, хорошо, ладно. Давайте посмотрим, что будет дальше. Дальше будет... так, мы, я так понимаю, это аптечка. Ага, что тут еще? Это что такое? Это какой-то КПК. Но он что-то квадратный такой, но видно старенький КПК. Так, что вот здесь? Вот давайте глянем. Угу, так, здесь что? Ой, здесь, короче, какая-то херь непонятная. Ладно, погнали дальше. Так, ну что, нам же как-то надо куда-то где-то пройти. А куда пройти? По всей видимости, вот эта дверь. Вот, и надо... Надо, короче, пройти в эту дверь. Ну, я не знаю, демка это позволяет или нет. Но мы попробуем сейчас пройти в эту дверь. Так, ладно. Ну и чё, будем так и долбиться, да? Башкой об стенку. Ну да, не получится, конечно, пройти, я так понимаю. Так, здесь что? Угу, здесь какая-то параша всякая. Так, ну давайте возьмем. О, это какой-то ключ. Ключ-пас или еще что-то в этом духе. Так, давайте, это тоже что-то, какая-то микросхема непонятная. Угу, так, я смотрю, с нами кто-то там взаимодействует. Но все на английском, херово, конечно. О, блин. Так, и это возьмем, давайте, и возьмем вот это вот, бла-бла-бла. Угу. Блин, херово то, что, конечно, нету перевода. Был бы перевод, было бы получше. Ага, вот, смотрите, мы открыли дверь, но это плюс. Ну вот, так, что тут у нас? Ну, тут, по всей видимости, сюжет игры, наверное, банальный какой-то. Так, ну, я смотрю, здесь труп какой-то. Да, что-то здесь случилось, что ты? Эй, чувак, ты чё? Чё, нормально, что ли? По башке трубой, что ли, дать тебе? Слушай, отвали от меня. Чё тебе надо, а? Ты чё, дурак, что ли, совсем? На, держи по башке трубой. Вот ты, блин, ты посмотри. На запчасти тебя разобрать, чё-то херово. Чувака мочканул какого-то, блядь. Это чё за херня вообще происходит здесь, а? А? Это что такое? Это сюда лечь, можно отдохнуть? А, это типа лечилка. Ты лечишься, что ли? Хм, слушайте, прикольно. Но, вы знаете, для ремейка очень даже хорошо. Очень. Блин, вот потрясающе вообще. Мне нравится. Мне очень нравится это все. Так, ну что тут у нас? Конечно, фанатики и скептики скажут, что да, блин, это какое-то говно, графика говно, все говно. Вы не играли в оригинальную игру. Оригинальная игра была вообще просто жесть. Ну, знаете, для тех годов она была крутая. Вообще, блять, твою мать, а и тут чувака мочканули. Вот козлы, блин, а. Чё, с ума сошли, что ли, а? Так, здесь ввести какой-то пароль надо. Угу. Чё за пароль вводить надо, хер поймешь. Давайте 1, 2, 3. Не, нихера. Ерор, блядь. Ладно, фиг с вами. А, 4, 5, 1. Вот, смотрите, мужик, блядь. 4, 5, 1. Ну и чё? Ага, ой, ёпаный свет, ты чё, охренел? Иди сюда, скотина, блин, а? Иди сюда, по башке бутылкой получи. Ух ты, блин, нифига себе. Чё здесь, опыты какие-то проводятся, что ли? Ёпаный свет, а? Слушайте, надо валить отсюда с этой херни, блин. А, дурацкий робот, блин, на тебе по лампочке, на.
На, все. Получил все, ты свое, да? Так, ладно, мы, короче, так, надеюсь, тут херь-то сдохла, блин. Слушайте, всех мочканули, да ёбаный свет, один я нормальный мужик остался живой. Не, ну, остальные тоже нормальные, наверное, были. Так, что здесь у нас? Не, это что-то типа наш инвентарь, что ли? Че это за тварь-то, я что-то не могу понять. Блять. Ладно, бог с ним. Так, хер с этой тварью. Так, ее вообще в унитаз смыть надо. Так, давайте дальше. Ну, что тут у нас? Что-то открылось, а что-то закрылось. Хрен поймешь, короче. Ой, ё-моё. А чё с людьми-то стало? Вы, блин, придурки, сдохните. Ё-моё, чё с чуваками-то стало-то? Ё-моё, мы тут недавно бухали. Мы тут бухали недавно, отмечали день рождения. Так, ну что-то у нас начинаются жесткие лаги. Ага. А, это какой-то профессор, что ли, блин? Какие-то эксперименты или еще что-то там. Да, но это видно, чувак живой. А хрен поймешь, короче, что здесь происходит. Ладно, возьмем эту фигню, все. Да, ну тут смотрю такой небольшой хоррор. Вот, игра страшноватая, жутковатая, какие-то зомбаки непонятные. Ну ладно, бог с ними. Так, хорошо. Нам надо идти дальше. Ну вот. Ну, игра подтормаживает. Игра начала тормозить и тормозить жестко. Вот, видно, конечно, все-таки она недопиленная. Видите, справа внизу, короче, этот самый, написано Alpha Build. Ну, так, если дословно перевести, это... Так, какой? Вот это бить, да? Ага, ага. Так, ну, это альфа-версия игры. Альфа-сборка какая-то. Ёбаный свет, сколько этих уродцев здесь. Что здесь произошло, а? Слушай, иди сюда. На тебе. Да, ах ты, блин. На, ты куда нырнул, а? А, я его все-таки мочканул. То есть, короче, по всей видимости, здесь какой-то увеселяющий газ пустили, и народ весь передох. Или передох, или мутировал. Одно из двух. Ну, ладно. Так, что тут у нас есть? Давайте возьмем что-нибудь. Так, жизнь там. Что с моей жизнью-то? Ну, я вам скажу так. Я хороший сантехник. Труба вообще отличная. Труба нас спасает. Ну, и это не может не радовать. Так, вот здесь вот уже тормоза начинает. На, сдохни. Сдохни, придурок, сдохни. Так, ну... Так, ой, слушайте, у меня что в горле аж пересохло. Ой, боже мой, ужас какой-то. Вот представьте, такое на базе случилось. Блин, мне чуть не стошнило. Они такие страшные, ужасные. Тут вообще я не знаю цель игры. Вот честно. Ага, ну иди сюда. Слушай, а этот волосатый какой-то. Да на тебе, блядь. Вот урод, а. Так, здесь что-то случилось на базе. Блин, плохо, конечно. Я вот не помню этот самый сюжет оригинальной игры, что там было. Но что-то там связано было с этим самым, с компьютером. Вот честно говорю, я не помню. Что-то с компьютером, там, короче, крыша поехала у компьютера искусственного интеллекта. Но сюжет, конечно, банальный, но на то время, скажем так, плюс-минус 98-й год, я не помню, вот честно. Вроде бы 98-й, а может быть и раньше эта игра вышла. Или 93-й там, ну что-то такое. Вот. И там, короче, у искусственного интеллекта поехала крыша. И он, короче, там что-то... Ой, это что ж такое-то, блин, а? Вот, и у него, короче, это самое, крышняк поехал, и что-то там, ну, такая грустная история. Но здесь я смотрю тоже какая-то грустная история, вот, с экипажем случилось, да, тут вот экипаж или мочканули, или экипаж превратился вот в этих зомбаков. Так, ладно, давайте вниз спустимся, так, надо быть на... Ага, ну вот видишь, на, слушай, ты как будто тут ждал меня, на, получи трубой, скотина. А вот, что сидел там, а? Так, ладно, давайте заберем это все. Пригодится. Фиг его знает, пригодится ли это все в демке. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Вот, нам это будет интересно и важно. Нам очень важно ваше мнение. Так, ну чё тут, блин, а? Ну чё, кто хочет получить еще дубинкой? Идите сюда, скоты вонючие. Так, а, вот, чувак еще и бегает, вообще, замечательно. В общем, игра прикольная. Ах ты, ой, ёпта. Ёпаный свет, нас мочканули. Но это ж вообще, это полный атас, а. Ну как же так-то, ёпта.
А, боже мой, ну давай ты грузись, или что ты там, это самое. Ну все, пипец, блин. Вот я сдох, все они сдохли. Да что ж такое там, блин, мир это полное говно. Ну и чё? Ну вот это вот картинки я долго буду смотреть, а? Или мы что-то там это самое будем играть? А, не, вот, смотрите. Мы, короче, это самое, начали играть заново. То есть опять мы проснулись в этой херне. Какая-то криокапсула или что это такое, да? О, слушайте, эта криокапсула, наверное, нас и спасла. Вот. Так, пойдемте возьмем трубу. Бляха-муха, я... Давайте начнем заново. Или это может быть специально так сделано, что ты как бы это самое, подыхаешь там? Так, ну ладно, давайте. Так, это какая-то баба опять орет там. Я не знаю, что за баба. Вот. Так, ну ладно. Так. Давайте вот эту фигню возьмем тоже. Так. Так, ладно. Хорошо. Ну вот смотрите, приближаешь, конечно, квадратные это самое, графика. Но ничего. Так, ну, короче. Короче, вы поняли, про что игра. Игра еще... Альфа-сборка ее, а вообще вот это вот, то, что я играю, это вообще демка. То есть это не полная игра, это демка игры. В общем, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте пальцы вверх. Вот, а мы увидимся с вами в следующих сериях.